А у меня какой интересный? Я бы такой вот себе, конечно, взял. Я люблю всякие вот такие фишечки, как у тебя. Такие сумочки. Только не доходило до этого. А сейчас вот собираюсь как раз апгрейдить. Не, ну что, офигенно. Я вижу, он вообще прям прижим. Мягонький седлой, вот этот здоровый, видишь, как нажимает. Она прям отрабатывает. Каждое нажатие педали. Она прям в чехол. Представляете, что раньше как топ-рейдинг? Танки грязи не боятся. Да. Какой грязи, если вы грязь? Грязи даже не боятся. Так, вот это дача, которую мы объезжали. А что, летит? Да, прям как по асфальту идти. Вон они, эти здания военные, учебные. Что? Как сделал? Интересно. Оранжерея, что ли? Сюда коровы собирают. Коровы дают молоко, яблок никто не хочет. Зеленых. Да, это теплица тут целая. Смотри, как круто. Что, зимний сад, походу? А, вот, вот здесь. Нет, это, походу, теплица какая-то. Вань. Да, да, барки вот они вас туда. Это похоже на какую-то теплицу по выращиванию. Здесь, видишь, как ферма. Куча домиков, что здесь, видимо, люди живут. Ну, круто. Не коммерческий. Да. Вот это замочек. Вот это замочек. Ну, может быть, тут, знаешь, для местных продают. Здесь же барская усадьба сразу. Буквально. Сразу. Вау! Саша, вот это надо фоткать. Смотри, какие висящие сады Семирамиды. Или как? Да, вот это круто. Это реально сделано. Ваня, остановись, Ваня. Давай. Здесь, конечно, замок. Вот это, походу, есть. Я не знаю, это есть барская усадьба или нет? Или она дальше там? Ваня, ты там только домик? Как дачу, да. Как дачу. Но опять же, мне не нравится кирпич, мне нравится дерево. Так внутри можно все дерево. Вон я справа говорю, Вань. Ну там... Вань, на кирпиче правее. Это по каркасной технологии. Это не деревянный. Здесь нет деревянный. Так а что, внутри же можно дерево его обделать? Ну понимаешь, там суть в том, что сами стены. Ну, разная у тебя получается паропроницаемость, вентиляция. Короче, дерево дышит, а кирпич холодно. Угу. Зимой тепло, а ну, летом... Вот ты видел, была в моем доме старый деревянный дом. Зимой это как и так фигово, как некрасиво. Вообще. Зимой я в одних трусах ходил всю зиму. Если пожар, то быстрее сгорит. Ну, знаешь как, если в кирпичном доме будет пожар,
Тебе будет его сложнее установить, чем деревянный, заново построить. Деревянный снес, да и все. Да. А кирпич его вози еще там, не знаю. Да, слушай. А так жёг там, да и все, и на месте до конца. Кучу собрал. Видишь, как тут? Возможно, для себя, возможно, это именно сами усадьбы, вот кто, российская сантехника, вот эти вот барские усадьбы, может быть, они здесь выращивают продукты для барской усадьбы, может быть, что-то еще, но вот теплицы промышленные такие, огромные, сделано, конечно, так, очень круто, потому что такой ландшафтный дизайн, эта техника должна работать за большие деньги. Так, ну что там осталось, фигня? Почти приехали. Да, да, вот уже дачи видно. Единственное, что сейчас вот эту грязюку, как мы объедем, не объедем. Помнишь, которая в прошлый раз была? Мне кажется, он не узкий еще. Ну, там какой-то объезд. Очень после дождя вообще. Опять по правой стороне объезжать, а тут там пешком пришли. Чуваки, видишь, катаются. Местные. Что-то уже все там накрылось. Может, что-то не в кирпич. А? Может, если не по самому берегу ехать, то по этому грязюку можно объезд. Да, в прошлый раз, помнишь, там был какой-то объезд? Что, о, все. Да. Мы ехали по самому берегу, а там была дорога чуть правее. Сейчас изучим. Да. Алена зря не поехала. Да. Завтра приедет. А что Аленка дома делает? Ну что ты устала, она, видишь. А что сегодня дело такое? Да ничего, просто. В том смысле, что... А чё это? Ваня приедет, ужин дома готов. Ну, там я все приготовил еще в обед. А, вот так, да? Фига ты хитрец. А я сейчас банку консервную одну открою, гречку поем, чтобы не вариться ничего. Ну, сейчас вся ночь впереди. Человек на палатку поставить, пока... Уже роса, наверное, уже выпала. Я в трофею поставил. Какие проблемы. Ну, это да, я имею в виду, чтобы сырость всю. Ну что, Олесь, все? Поехали. Давай. Роса уже выпала, скорее всего. Не. Уже, видишь, солнце зашло. У тебя мокрые ноги? Нет. Нет. Ну как тут там... почувствовать? Здесь сухое место, там может быть в траве. Сейчас приедем, посмотрим. Да. Ну что, последние 15 минут. Макс, я тебе советую не ехать с баулом. Круто! Поешь, Али? Я боюсь. Я не гораст. Почему? С рукой со своей. Кто поедет? Меня перевернет. Его перевернет, да. Санек может попробовать. Санек может приехать. Здесь, в принципе, ничего такого страшного нету. Не, здесь не так много, но, блин, рисковано. Без подготовки. Не, на тормозах аккуратненько можно. Во! Здесь не так прям. О, можно еще полчаса здесь позависать. Мы зависали. Олесь, тормоза придерживай, не гони на пол. Вот прям колесо, если поведет, на тормозах. Так, сейчас что-то будет, да? Ты видео снимаешь? Сейчас мы это запишем на видео. Так, Олесь, ну чё?
Давай, или пешком, или съезжай. Давай, давай. Мы отойдем. Мы отойдем. Это круто, Олег. БМХ-ер, аккуратно. БМХ-ер, аккуратно. Вау. Видишь, молодец. Смотри себя на Ютубе. Олеся звезда Ютуба. Да. Она не резкая, она нормальная горка, да, в принципе. Вот по этой дороге мы в прошлый раз, по-моему, съезжали. Что? По этой дороге мы ехали в прошлый раз. Какой? По этой, по которой сейчас едем. Хотя, может быть, и нет. А, да, вообще, да. Так. Справа. Направо нам? Вот там мы переезжали. А здесь нельзя? Можно и здесь. Здесь так можно. Ну? Ага, ага. Сейчас, ага. А я. Ничего тебя не промьёт. Все тут свинья. В принципе, вот видишь, там вот такой типа на берегу, типа песка какого-то. Вот это полуостров. Вообще уникальное ландшафтное такое исполнение. Здесь нигде на Твери подобного нет. Только там уже в Конаково. На него, чтобы заехать, переплывать, либо там через лес по грязи лезть. Наверное, полуострове вообще никого никогда не бывает. Сейчас мы туда. Сейчас попробуем в объезд. Там мы на той неделе стали палаточный лагерь на выходные. Нет, мы через лес обошли. Но сегодня дождь был с утра, хотя здесь сухо очень. В принципе, сейчас может пролезем. А там было достаточно грязно, но до сих пор велик еще не отмылся. От той грязи. Там было те выходные шаманский фестиваль. Шаман? Да, то есть московская школа магии, какая-то там секта, проводила посвящение учеников. Они там всю ночь барабаны. На берег нифига не вышли, так вышли с фонариками. И все. Где-то там в лесу всю ночь барабаны, там-тамы, короче, музыка. Ну такая вот их называется оккультная, оккультистская музыка. Это не те, которые порчу снимают. Да, вот именно. Да. То есть у них в Москве какая-то секта там. Там ВКонтакте только 10 тысяч человек у них в группе. И они там обучают людей там чему-то. Вход 160 тысяч туда на это мероприятие, на одну ночь. Мы как бы
Узнали об этом тайно?